Очевидцы публикуют ролики из украинского города Мелитополь, где установлены российские флаги. На кадрах видно, что на здании одного из местных отделений полиции установлен флаг России. В Министерстве обороны России также подтвердили, что город перешел под контроль военных сил России. Город Мелитополь. Вот. Стоит русский флаг, БТРчик, вот она, З, вот, город Мелитополь. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.